добрый вечер. Начинаем послематчевую пресс-конференцию. Вашему вниманию Гильермо Баскаль, главный тренер «Спартака». Гильермо, пожалуйста, ваш комментарий по игре. Prima di tutto ringraziare la squadra per l'approccio. Veniamo da una partita difficile con una trasferta difficile e dal primo minuto ci siamo resi davanti all'opponente per dominare la partita da frente a un avversario che dal primo minuto comunque è stato molto chiuso nella loro metà campo. Poi è molto importante per noi iniziare la Coppa, una competizione che lo Sparta vuole tanto, con una vittoria, con un nuovo formato, ma soprattutto con un approccio giusto, con responsabilità e avendo potuto magari chiudere la partita prima, però lo importante sono i tre punti dentro del gruppo. Всем добрый вечер. Хочу поблагодарить свою команду за тот настрой, с которым она вышла на этот матч. Не будем забывать, что буквально недавно у нас был тяжелейший матч на выезде с «Факелом», поэтому сегодня мы вышли и с первой минуты показывали желание большое и желание доминировать. Конечно, не просто играть с командой, которая также с самого начала закрывала пространство на своей половине поля, играла достаточно закрыто. Для нас было важно начать этот кубок с победы в новом формате, показать и ответственность, и желание, и наш настрой. Конечно, мы могли и должны были завершать эту игру, снимать вопросы раньше, но, тем не менее, три очка есть три очка, это самое важное. Пожалуйста, ваши вопросы. Добрый вечер, Роман Романов. Сегодня многие, конечно, удивил дебют в составе Павла Милёшина. И в связи с этим вопрос, вот мысль, идея включить его в стартовый состав у вас появилась вот ситуативно перед игрой или, может быть, там за неделю до игры вы готовились, какой-то вынашивали план, что Павел будет играть? И вообще следили ли, как давно вы за ним следите? Там наверняка матчи, видео просматривали молодежного состава. Okay. Prima di tutto, siccome abbiamo anche due giocatori oggi infortunati, no, uno infortunato e uno che non può giocare, che è Chamar e Sinkoski, alla fine avevamo quella posizione mancata. Questo è nato, il ragazzo con noi ha fatto più di sei allenamenti, quindi un ragazzo che già io lo potevo valutare durante gli allenamenti, dove lui ha dimostrato soprattutto voglia, intensità e poi si è dimostrato pronto per fare qualche minuto. Poi io ho inviato anche al mio vice allenatore, a Carlos, a vedere le partite sue e quindi non solo in TV, sino andare anche a vedere le partite sul vivo per contrarrestare la mia opinione dell'allenamento con la sua opinione durante le partite. E quindi abbiamo preso la decisione tempo fa, nel momento in cui Olso anche non sapevamo che Chamar non poteva giocare e potevamo inserire un altro striker. Да, но здесь, в этой ситуации, сразу скажу, что у нас не было двух игроков группы атаки. Один по причине травмы, это Антон Зиньковский, и второй по дисквалификации – это Шамар Николсон. То есть мы понимали, что нам нужно вот усиливать атаку. Что касается Милёшина, то он тренировался с нами, он провел более 6 тренировок. То есть у меня была отличная возможность оценить его вживую, увидеть его работу на тренировках. Он показывал большое желание, он показывал высокий уровень интенсивности на тренировках и доказал, что он готов получить минуты в основной команде. После этого я отправил своего помощника Карлоса посмотреть уже его игры вживую, не по телевизору, а именно вживую, чтобы в дальнейшем сравнить наши мнения по поводу его игры. И таким образом вот мы приняли это решение. Еще? Пожалуйста. Сабодаш Владимир, «Московская правда». С победой вас. Если можно, два коротких вопроса. Понятно, результатом вы довольны. Довольны ли вы игрой? Это первый вопрос. И второй по Соболеву. Он не забил пенальти, он имел три момента, которые, извините за выражение, бездарно не использовал и явно передерживал мяч. И был очень раздражен.
Почему так? И спасибо. La prima, sono contento sia del risultato che comunque è stato cortissimo perché avevamo avuto anche molte possibilità di fare più gol, quindi mi sembra un risultato corto per quanto fatto. La seconda. Да, то, что касается, я доволен, естественно, результатом и доволен тем, как мы играли, потому что, да, мы создавали много моментов, могли делать счет более крупным, но, тем не менее, вот, победа есть победа. Poi, per quanto riguarda il gioco, no, per quanto riguarda il gioco, sono contento di tante cose che i giocatori hanno impostato in campo, perché ricordiamo che di nuovo abbiamo giocato contro un 5-4-1, molto chiuso, con pochi spazi e piano piano giocatori che comunque hanno disputato pochi minuti fino ad oggi si sono resi pronti per risolvere i problemi che l'avversario, che l'opponente ti mette davanti. Quindi sono molto contento dei minutaggi e soprattutto dell'approccio e della personalità che i ragazzi che giocano poco hanno avuto oggi. Dà valore alla squadra. И я доволен, конечно же, игрой команды, потому что мы в очередной раз играли против соперника, который использовал схему 5-4-1, достаточно закрытую, низкую, и практически не давал свободное пространство. Те ребята, которые вышли на поле, прежде у них было, возможно, не так много игрового времени, тем не менее они вышли и они показали свою способность разрешать те проблемы и те сложности, которые создавал для них соперник. Вот, поэтому с точки зрения игры я тоже доволен и прежде всего доволен тем желанием и тем настроем, тем отношением, которые показали мои футболисты на поле, и это, конечно, очень важно. Per quanto riguarda Sobole, sono contento per la sua prestazione, perché non dimenticare che noi giochiamo con tre attaccanti e lui è uno che assiste tanto, è uno che vince i duelli, è uno che ci lascia tantissimi spazi per altri giocatori, quindi un giocatore di squadra, un giocatore che anche se spreca e può sprecare una o due occasioni, è un giocatore che dà il massimo, il 100%, quindi sono molto contento con Sobolev. Что касается Соболева, то я тоже им доволен. Мы играем в три нападающих, поэтому у него достаточно широкий спектр функций. Он и помогает, он играет в поддержке, он выигрывает единоборство, цепляется за мяч, и он своим движением создает пространство для своих партнеров. Поэтому даже если он какие-то моменты не реализовал, его вклад, он очень большой. Николай Алексеев, издание «Еврофутбол». Гильермо, вопрос такой. Можно ли сказать, что вы рассматривали в какой-то степени игру с крыльями как игровую тренировку к матчу с «Зенитом»? Спасибо. Mai. Mai, perché ogni partita ufficiale, prima di tutto noi giochiamo per un club, quindi dobbiamo dimostrare rispetto. Secondo, abbiamo i tifosi che seguono la squadra ovunque, quindi dobbiamo dimostrare il rispetto. E poi non ci sono allenamenti in partita ufficiale. Un approccio sbagliato ti può dare la possibilità di perdere in un secondo la fiducia che ti sei guadagnata. Quindi per niente un allenamento, per questo sono contento perché l'abbiamo giocato con rispetto, tanto rispetto e soprattutto con la possibilità di dare minutaggi a giocatori che venivano giocando meno. Ну, нет, конечно, никогда такого не было и не будет, потому что мы представляем клуб, и мы должны проявить уважение. Мы играем для болельщиков, и мы должны уважать их, поэтому официальные матчи никогда не могут быть тренировочными. И здесь еще немаловажный фактор – это уверенность, которая с таким большим трудом добивается, и, допустив осечку в таком матче, можно ее просто потерять. И еще одним фактором важным является то, что в этом матче мы могли использовать футболистов, которые получали не так много игрового времени прежде. Анна Мжельская, онлайн-радио «Красно-белая волна». От лица болельщиков хочу поблагодарить вас за победу и
большинство болельщиков наших интересуется, почему за столько времени нет прогресса в реализации стандартов, в частности угловых? Спасибо. Guarda, se vuoi ti la puoi rivedere. Io ringrazio, ma dimentichiamo sempre che l'opponente gioca. Questo mi sembra un po' strano. Poi contro Fakel abbiamo colpito sei situazioni di standard. Due di quelle giocatori soli davanti alla porta. Quindi una cosa è concretizzare e fare gol, e ovviamente si lavora per questo. E come io lavoro come allenatore per arrivare più volte possibile a avere chance, a avere tiri in porta. Ma quando tu hai, come l'altro giorno, tantissimi calci di angolo e tantissimi free kick, alla fine devi capire che a volte la puoi concretizzare e sarà gol, ma altre volte no. Quindi anche l'opponente gioca, punto numero uno, e l'altro giorno abbiamo colpito direttamente con Quincy, con Martins, con Sobolev, con Litvinov, con Martins un'altra volta. Non si può far gol sempre, quindi anche l'opponente si difende, noi già che arriviamo a colpire vuol dire che la chance l'abbiamo creata. Continueremo per provare a far gol sempre, ma non si potrà, sarà impossibile. Да, ну вы можете пересмотреть эти моменты. Конечно, мы забываем всегда об одном простом факте, что соперник тоже играет, он сопротивляется, он противодействует. К примеру, в матче с Факелом мы нанесли после стандартов 7 ударов по воротам. Из них, из этих 7, в двух случаях футболисты были абсолютно одни, свободные. Да, конечно, завершение – это важно, и это самое важное – это завершать действие голом. Тем не менее, как тренер, я работаю над тем, чтобы моя команда могла создавать как можно больше шансов, как можно больше моментов для взятия ворот. Чем больше у нас будет моментов, и при таком количестве мы понимаем, что иногда, что мы можем забить, что у нас есть шансы забить, но голы приходят не всегда. Еще раз повторю, первый момент – это соперник, которому тоже нужно отдать должное. И второй момент, у нас мы доходим до ударов, и Квинси, и Мартинс, и Соболев, и Литвинов, у нас были хорошие моменты, поэтому мы, естественно, будем забивать всегда невозможно, тем не менее, мы, естественно, будем продолжать работать над созданием моментов и, естественно, над реализацией. Пожалуйста, третий ряд. Гильермо, добрый вечер, с победой вас, решение отдать капитанскую повязку Наилю Умярову. Это некая педагогическая мера с вашей стороны, с учетом того, что Наиль не слишком удачно провел последние игры. И тот редкий случай, когда Миша Игнатов провел на поле все 90 минут, это тоже некий воспитательный шаг с вашей стороны. Спасибо. Тут и двое. Да, все так, все правильно сказали и в том, и в первом случае. Perché la domanda aveva la risposta. То есть у вас уже в вашем вопросе был ответ. Quindi tutte e due. E poi soltanto segnalare che Umiarov è stato in una votazione molto vicino a essere uno dei capitani all'inizio della stagione. Quindi è un giocatore che la sua personalità è ben vista da parte dal gruppo. И сегодня не c'erano gli altri tre capitani, quindi era giusto. Да, что касается выбора капитанской повязки, то здесь важно сказать, что Наиль Умяров при голосовании перед началом сезона за капитанов был очень близок, набрал наибольшее количество голосов из тех, кого не выбрали. Поэтому его характер, его личность, его сильные качества видит команда, она их понимает. Сегодня на поле из трех капитанов не было никого, поэтому капитанская повязка была у Наиля. Poi più che educativa per Ignatov, che è educativa, lei ha definito molto bene quello, e penso che il calcio ti dà e ti toglie, quindi quando ti toglie perché la tua prestazione non è stata buona, se ti puoi riprendere al più presto possibile, è meglio per loro come giocatore.
Да, ну и с Мишей Игнатовым вы очень точно попали. Это воспитательная такая мера, потому что футбол, он часто много забирает. И когда у тебя не получается в одном матче, очень важно в следующем матче как можно быстрее встать и идти вперед. Девушки. Добрый день. Скажите, пожалуйста, есть ли еще молодые люди из второй команды, из молодежной, на кого вы обратили внимание и кто, возможно, появится в основе? Мы видели Зорина на скамейке, может быть, он получит когда-нибудь игровое время? Sì, noi, guarda, noi, io li seguo perché comunque, prima di tutto, siamo una squadra giovane e quelli che adesso stanno confermando partita a partita le sue qualità, la sua prestazione, due giorni fa o tre giorni fa erano lì. E con noi a volte durante la settimana proviamo diversi ragazzi e quando loro sono in continuità, perché vediamo qualcosa che possono reggere allo stesso livello e che possono crescere, noi gli daremo l'opportunità. Ma è molto pericoloso dare a volte opportunità per dare quando i giocatori non sono pronti. Quindi ripeto, perché l'ho detto prima della partita, penso che deve essere molto valutato il momento e poi questi ragazzi possono avere la sua chance una volta e poi tornare con la sua squadra. Quindi è un processo che si deve gestire, è un processo che si deve seguire, è un processo che si deve gestire. Quindi possiamo avere altre possibilità come possiamo non averle. Да, ну конечно, мы следим, я пристально слежу за молодежной командой. Вообще в целом у нас молодая команда, и у нас много футболистов, которые сейчас показывают отличный футбол и прогрессируют от матча к матчу. Буквально недавно также были на месте вот этих молодых ребят. На тренировках мы очень часто привлекаем разных футболистов из молодежного состава, мы просматриваем, мы даем им возможности, если они показывают определенный уровень стабильности и готовности, то тогда, естественно, мы даем им этот шанс. Но здесь важно отметить, что это может быть очень опасным дать шанс молодому футболисту, когда он к нему не готов. Поэтому может случиться, к примеру, так, что футболист получит один шанс, и потом, и таких случаев было немало, когда футболист получает шанс, выступает за первую команду, и потом возвращается и не появляется вновь. Поэтому этот процесс очень сложный, очень важный, и нужно, естественно, им управлять, заниматься и направлять в нужное русло. Последний вопрос, вот дальний угол. Гильермо, добрый вечер, с победой еще раз. Вопрос такой, какая обстановка с Селиховым, какая с ним сейчас ситуация? Не было сегодня его в заявке, будет ли он готов к «Зениту»? И второй вопрос, похожий по Бальде, сможем ли мы увидеть новичка в матче с «Зенитом»? Спасибо. Okay. Per quanto riguarda Selikov, stiamo aspettando, lui ha avuto un po' di influenza e quindi vedremo se domani è già pronto per poter allenare e per quanto riguarda Keita ci sono i processi, come si dice, burocratici, i processi burocratici, quindi stiamo aspettando, lui già si è allenato sia individuale sabato e domenica, che lunedì con la squadra, che oggi individuale, quindi dal primo minuto sta allenandosi, e domani si allenerà con la squadra, però aspettiamo il processo, quindi non è una cosa che dipende da noi, quando mi diranno lo puoi aggregare, io aggregherò il giocatore dentro della squadra per le partite. По Александру Селихову, то он в эти дни приболел, и мы ждем его возвращения, посмотрим на его состояние. Вот ждем, что завтра он уже сможет приступить к тренировкам, посмотрим по его состоянию. По Кейта,
то здесь идет бюрократический вопрос, то есть вопрос оформления. Он с первых дней уже в субботу и воскресенье тренировался по индивидуальной программе, в понедельник он тренировался в общей группе с командой, вот сегодня также он работал по индивидуальной программе, то есть он тренируется, он готовится к тому, чтобы выйти на поле, тем не менее это не все зависит от нас, вот сейчас мы ждем нужного оформления, как только мне скажут, что все готово, то сразу будем его включать. Коллеги, спасибо. Спасибо, добрый вечер. На матче «Зенита».